что? Ты проснулась с ксеноморфом на лице. Я же сказала, эта штука была мертва. Со мной все в порядке. Существо было как бы костяное, белого цвета. Почти паук, но с хвостом. Да, у меня горло побаливает, но у меня все в норме, честно. Белла, ты скоро умрешь. Откуда ты знаешь? Так было с Кизом. Часы. Может быть. Мерзость. Тут неподалеку есть колония «Надежда Хадли». Или что там от нее осталось. Наши коротковолновые передатчики здесь ни хрена не ловят. Надо найти тех, кому удалось выбраться с Сулака. Что же случилось? Судя по всему, атмосферный процессор взорвался, как бомба в 40 минут. Не очень давно даже очень. Это наша последняя надежда. Сэр, не хотите поговорить о том, что произошло с Вейдом? Похоже, колониальная морская пехота Соединенных Штатов вступила в войну с Вейлендью. Меняем тему. Сэр, что вам известно о морпехах, отправленных сюда 17 недель назад? То же, что и всем. Сюда отправились два отряда морской пехоты с консультантом-офицером Рипли. Выжили только Рипли, морпех Хикс и какая-то девочка. Они улетели с планеты на Сулака. По прибытии на Фьюри 161 они были в заморозке. Мы должны поверить, что люди Вейланда привели корабль сюда? Зачем им это? Чушь. Да уж, это точно. Так что будь начеку. Парни, вы это слышали? Даже знать не хочу, что это было. Может, Надежда Хадли выглядит и не очень, но только она может нас спасти. Попробуем связаться с центром управления. Так, давайте зачистим центр управления. Нам еще нужно собрать оставшихся морпехов. На радаре что-то появилось. Уинтер, разрежь эту чертову дверь! Надо привести это в рабочее состояние. Бишоп, ну-ка глянь. Да, сэр. Положи чехол от смартгана на стол. Уинтер, поработай с терминалом, постарайся запитать стол. Так, все сюда. Мы с Бишопом останемся здесь и займемся диагностикой всех перезагружаемых систем. Белла и Рид отправятся на радиовышку и установят связь с нашими парнями. Вызовите их, пусть возвращаются. Сэр, я хотел бы пойти с ними. Я мог бы защитить. Остынь, умник. Вы с Уинтером зачистите территорию, расставите датчики периметра. Понял меня? Понял. Так точно, сэр. Так точно, умник. Разделаемся с датчиками побыстрее. Я хочу вернуться. Понимаю.
Но они защитят всех нас, а не только Беллу. Бишоп, это Уинтер. Первый датчик установлен. Прием. Вас понял. Осталось еще 4. Так, второй датчик стоит и уже работает. Понял, похоже, что можете продолжить свой последний бой. Магазины пусты. Ни одного патрона. Бишоп, можешь подключить третий датчик. Прием. Понял. Связь с третьим датчиком установлена. Ну что? Давайте все ночевать в жуткой лаборатории. Я возьму печеньки. Так, Бишоп. Похоже, четвертый датчик работает нормально. Понял, Уинтер. Остался еще один. Штаб, мы подключили пятый датчик. Теперь у вас должен быть периметр. Если он работает, сообщите прием. Понял, Уинтер. Периметр неплох. Прилив энергии. Уинтер, О'Нил, датчик в морге вырубился. Выясните, что там произошло, и возвращайтесь в центр управления. Конец связи. Уинтер, О'Нил, ваша позиция под угрозой. Немедленно возвращайтесь в центр управления. Я тебя прикрою. Уинтер, поставь турель рядом с боеприпасом. Нам необходимо отремонтировать радиовышку и связаться с нашими морпехами. В одиночку мы тут долго не протянем. Есть туннель. Он ведет прямо тут. О'Нил, Уинтер, возьмите с собой смарт-ган. Найдите девчонок. Двигайтесь по тоннелю, выйдите прямо к радиовышке. Усекли? Так точно, сэр. Уинтер, побежали. Датчик светится как елка. Готовьтесь к неприятностям.
в туннеле противник. Есть новости от Беллы или... Прием. Черт, это 2-1. Меня кто-нибудь слышит? Уинтер, О'Нил, слышите меня? Бишоп усилил коротковолновый передатчик, слышите? Так точно, слышим вас. Сигнал все равно слабый, но мы рады слышать вас, сэр. Вас понял, 2-1. Мы следим за вами. Вы примерно в 30 метрах от лифта. Вас понял, сэр. Что-то не так. За мной. Открываю.